Дорожная авария унесла жизнь 52-летнего мужчины. Столкновение легкового автомобиля Volkswagen Golf, предположительно двигавшегося из Челябинской области в направлении Тюмени, с тягачом Mercedes Actros, следовавшим с полуприцепом-рефрижератором из Сибири в западную часть России, произошло накануне на границе Белоярского и Богдановичского района Свердловской области, в районе деревни Чудо. В 11 часов вечера на 68-м километре автодороги Екатеринбург-Тюмень произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречно движущимся грузовым автомобилем Mercedes. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Volkswagen погиб на месте дорожно-транспортного происшествия. Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения относительно соблюдения правил дорожного движения и скоростного режима в темное время суток.